Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Я буду сейчас делать обзор на косметику Сутраф. Тут как бы ее много. И вкратце я расскажу обо всем, что здесь нам предлагается. Значит, начну, наверное, с самых лучших средств, на мой взгляд. И потом как бы пойду к более... лучше. Значит, больше всего мне понравился вот этот вот фитошампунь. Он очень концентрированный. Он реально очень концентрированный. То есть, чтобы помыть голову, его достаточно вообще буквально капельку. И тогда все будет хорошо. Вот. Применяла я его... Примерно я стараюсь мыть голову раз в несколько дней, то есть не ежедневно и не постоянно, там прям вот через день, да каждый день. Нет, у меня нормальные волосы, они не жирнятся как-то очень сильно и быстро. И, в общем, как бы окей, я могу сказать. В общем, очень все здорово. И у меня есть еще одна, слава богу, я летом купила, это летит у меня в пустые баночки. Вот, а новую я достаю. Фитогель для душа, я его сама не пользовала. Я сюда уже что-то другое залила. Ну, в целом, гель как гель, обыкновенный гель. Значит, вот этот вот скраб для ног. Он имеет такую консистенцию, как желе. Там такие большие скрабирующие частички. И, в общем, он классный, он реально классный, и им можно скрабировать и ноги, и колени, и локти, в общем, то, где кожа грубеет, вообще все хорошо, приятный запах, и я совершенно не понимаю людей, которые говорят там, фу, там, Сутраф, это какая-то фигня, нет, нормальный косметический продукт, и если была бы возможность брать его чаще и больше, то я бы его брала чаще и больше, потому что мне он нравится. В довесок к шампуньке нужно брать вот такую вот фитомаску для волос. Она такая жидковатая, как жидкий шампунь, то есть она такая не плотная, не кремообразная. Она такая, как жидкий шампунь, зеленая. Ну, нормальная маска. Я скажу, что в целом вместе они работают очень хорошо. Вот. И в целом, если у вас нормальные волосы, без заморочек, и единственная проблема, которая у вас есть, и которую вы испытываете, это то, что, ну, периодически они лезут посезонно, да, как у всех животных. Мы тоже, кстати, животные, видимо. Вот. Ну, в общем, нормальная маска вместе с шампунью, вообще все супер. Значит, я хотела бы остановиться подробнее на этом скрабе муссе для тела «Хлебный спас». Он, к сожалению, действительно сделан на... Сейчас, секундочку. На каких-то дрожжевых компонентах. И это является минусом. Вот это сейчас, в частности, это было открыто, может быть, там, я не знаю, энное время назад. Может быть, даже где-то месяц назад это было открыто. И поскольку там содержатся дрожжевые компоненты, а косметика хранится не в холодильнике, а в ванной комнате, значит, там начинает появляться плесень. Как бы радует, что... Ну, потому что дрожжи, а как вы хотели? Все, что на дрожжах, это плесневелые такие культуры. Тут уже ничего не поделаешь. Как бы да, он пахнет хлебом. И когда он свежий, он просто супер. Но если я специально так на время откладываю косметику и смотрю там, как консерванты, когда начнет портиться, то есть я смотрю за этими вещами, это, ну, как бы для меня это всегда было интересно. Вот. В общем, оно плесневеет. Сейчас я покажу, как. Вот, маска плесневеет со временем. И тут уже ничего не поделаешь. Либо мало консервантов, либо там действительно пивные дрожжи содержатся, либо там те дрожжи, которые в
хлеб добавляются, они, естественно, плесневая культура там будет развиваться. Ну, чуть тепло, влажно, идеально вообще просто. В общем, вы тут что-то это, как бы, ну, либо вы перемудрили, либо не домудрили. Здесь уже надо, как бы, производителям самим понимать вообще, что происходит. Я специально назову этот обзор. И здесь, по-моему, тоже уже другое что-то налито. Сама по себе бутылочка очень плотная. Вот это все можно бутылку мыть под водой. То есть печать качественная. Вообще все супер. Вообще все супер. Это вот будет у меня, наверное, стоять долго-долго. В целом я могла бы рекомендовать, но если вы берете вот эту скраб-мусс вот для тела «Хлебный спас», вот так вот он выглядит, то есть вот у него узкая баночка, вот, а у фитомаски она такая большая, прям там пригоршнями ее набираешь, и вообще все хорошо, все супер. В целом я могла бы рекомендовать эту синюю линейку, учитывая, что каждая позиция фикси стоила по 50 рублей. А сейчас я покажу, что я в данный момент запустила в свою ванную комнату из этой же серии, серии 100 трав. Значит, это еще одна шампунька от 100 трав фитошампунь. Вот она. Здесь у меня медовый гель имеется в наличии. И у меня имеется медовый шампунь и вот такая медовая маска для волос. Тут уже перевирается цвет. Ну, простите, Новый год. Цвет ловить уже проблематично. Новый год. Значит, если при применении синей серии я прямо конкретно замечала, что у меня волосы блестят, и я использовала масло Сьос с синей серии, и волосы блестели и выглядели очень хорошо. Значит, после одного применения медового и вот этой вот серии, вот маска густая, тягучая, она реально выглядит как мед. Сейчас я вам покажу, прям даже вот. Очень все красиво сделано, вообще за дизайн просто 5, вот честно. Вот, посмотрите, видите, и она такая не бежит. То есть, вот я ее применяла. У меня кошечка тут просит котика, бедная. Это старая кошечка у меня запросила. Казалось бы, вообще все должно быть прекрасно. Нет, нет, волосы тусклые после того, как я это применила. Поэтому, если вдруг вы видите синюю серию, у вас просто нормальные волосы, не отягощенные краской, не отягощенные химией, то есть просто нормальные свои волосы, обычные, такие какие-то ничем не примечательные обычные волосы. Значит, синей серии, она хорошо сочетается с линейками Сьос, она хорошо сочетается с маслами Сьос, и волосы реально выглядят супер, они блестят. Здесь, к сожалению, нет. То есть я, конечно, домою, потому что в целом ей достаточно приятно пользоваться. Это не какой-то там адский, адовый шиндец. И сейчас я вам расскажу, почему эта серия попала в фикс прайс. Я думаю, всем будет интересно. Вот здесь написано внизу, что как бы хотите прочитать на украинском и казахском способ применения. Вот, значит, и здесь написано, вот надо оторвать, оторвите. И вот, вы знаете, я рву. И вот я начинаю, вот я еле-еле отодрала вот это все. В общем, здесь вот применение, инструкция, она вот такая. И вот здесь на обороте не написано применение на русском, то есть как правильно применять. Ну, в общем, какой-то чистый, я так думаю, что упаковочный косяк, и поэтому они нас порадовали этим. Может быть, послушать реальные отзывы. Я думаю, что для разработчиков было интересно кое-что узнать, и я думаю, просто для потребителей тоже было интересно кое-что для себя узнать. Что касается разработчиков, пожалуйста, выходите на меня, высылайте на тестирование беспристрастно, совершенно. Когда я только начала пользовать вот эту линейку синюю, и у меня было прямо ах, 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 правда, ах, 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 правда,
Здорово. За окошком темнеет. Всех с Новым годом. Всех люблю. Всех целую. Всем всего хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец.